беря мою энергию, не отдавая свою, то есть не освобождая какое-то место, полочку в своем шкафчике, в своем шкафчике жизни, он мою энергию утрамбовывает. И когда мы утрамбовываем, попробуйте утрамбовать что-либо, вас это стухнет, заплесневеет, испортится, все что угодно, только не принесет пользу. Все, что без доступа к воздуху, все, что не в пространстве, которое будет в обтекаемом состоянии, информация, это вещи, это какая-то там еда, вообще абсолютно неважно. Если это что-то утрамбовано, это не принесет ничего хорошего. И когда мне люди говорят, ну давайте без оплаты, что вам стоит? Стоит. Вам в первую очередь стоит. Но в этом случае я думаю не о вас, я думаю в том числе о себе, почему я должна обесценивать себя за счет того, что ты уже изначально обесценил меня. Понимаете, как это происходит? И вот эта вот напускная благость, вот я такой весь благостный. Когда ты идешь в осуждение, ты уже не можешь быть благостным. Если ты хочешь жить без денежного потока, без денежного ресурса, это твое право, ты имеешь на него право. Но когда ты вовлекаешь другого, осуждая его, ты автоматически себя перекручиваешь, тебя это злит. Если тебя это злит, значит, это в тебе не проработано. Если бы тебе было без разницы, я знаю таких людей, которые путешествуют без денег, живут без денег, все делают абсолютно без денег, но они никого не вовлекают в свой путь. Это их игра, это их познание себя в новом качестве самого себя. Это их познание в новой плотности. А как они так будут существовать? А какие люди к ним притянутся? А какие люди с ними повзаимодействуют на таких условиях? А будет ли это? Но это идет без осуждения, это идет через интерес, это идет через раскрытие нового, новой плотности. И это абсолютно по-другому. Но когда мы в нашем материальном мире говорим, ну ты что, вот вроде как, давай, я вот, мне вот на работе мало платят. Клево, что мало платят. А я-то при чем? Это же ты выбрал эту работу. Это же ты такой сотрудник, которому можно столько платить. Ты такой. С чего ты взял, что если тебя вот там оценили в никакого, почему ты думаешь, что я скажу там, о, ты такой крутой, тебе я готова вот так вот. Ты же сам не готов к этому.